James Bond. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами по-прежнему Каспер и Годхант, с вами по-прежнему The Defense. Вот такой у нас чудо-турнир идет сейчас. Hello, катаны! Да, именно катаны. Или корабли, можно сказать. Капитаны их лучше называть, они же все корабли отправляют. Поэтому они капитаны. Адмиралы. Боцманы. Боцманы, да. Так, в общем, друзья, у нас сейчас идет... Точнее, будет идти, или уже начался матч Liquid против IC Cup. Это матч третьего раунда сетки лосерсов, то есть нижней сетки. До этого мы наблюдали второй раунд, это были Empire EG. Там EG победили со счетом 2-1 и вышли на Альянс. А это у нас, собственно, второй полуфинал. Вот лузеров, неудачников, там, проигрывающих. Гноби, давай еще синонимы. По полной программе. Да, IC Cup против Liquid, точно так же Bot 3, точно так же сервер Dota, и победитель этой пары попадет на победителя пары Альянс EG. Вот так вот. Ну что ж, весьма любопытненько, посмотрим. IC Cup, смотри, минус дерево, минус Devourer. И бан также будет у нас отлетать. Ну, интересно, Фурион Бетрайдер. Вот, я не знаю, если они сейчас не забанят Бетрайдера, Резолюшн там просто будет потирать ручки ехидно. А, вот бан Бетрайдера. Все, ну, Фуриона тогда забирать надо, я думаю, какого-нибудь. Потирает Резолюшн, но не ручки. Подтирает. Подтирает. Я сказал, потирает. Ну, можно и по-твоему, конечно. Ты все-таки к Резолюшну там поближе. Смотри, Дарксир. Ну, это для мага, скорее всего, герой, для хардлайнера. Посмотрим, правда, как маг будет играть на ДС. Я помню, была одна чудесная игра, когда он был в составе команды, кажется, Даррер. И он вторым левелом на 15-й минуте вроде вышел с хардлайна. Ну, что-то в этом духе. Так, слайм, напотел. Да-да, пацаны, я не нафидел. И просто стоял под тауром. Ну, ладно, это было давно и неправда. Сейчас-то он уже научился играть. Третьим уровнем может выйти. Да-да-да. Follow Max с нижним подчеркиванием, естественно. А что теперь за просмотр стримов? Есть шанс, что выпадет шмотка? Конечно! Вы смотрите стрим Каспера. В конце Каспер, как знаете, такой мешок в американских фильмах, который бьют битами.
из них вылетают конфетки. Вот да, нет, кстати, вот Каспера. В Доте есть прикольная штука, например, вот для людей, которые хотят обузить там свои стримы. Блин, вот я, к сожалению, не могу открыть в магазине, там есть типа сундуки. В сундуке там вроде бы есть 10 и есть 25 шмоток. Эти 25 шмоток или 10 будут выпадать всем там игрокам, всем, ну не всем игрокам, я имею в виду в среди разыгрываемых персонажей будут игроки и зрители, например, в лобби. То есть вот для начинающих стримеров, которым некуда девать свои деньги, можно посоветовать, наверное, такие вещи, что вот, типа, у меня тут сейчас будет, вы просто его юзаете, и всем, кто сидит в лобби, ну не в лобби, а именно смотрит игру и участвует в ней, есть вероятность того, что выпадет шмоточка. Прикольная на самом деле штука, но я что-то не видел, чтобы ее обузили. Видел буквально на паре буржуйских стримов, чтобы вот люди ее обузили. Но там действительно там то ли $25 стоит на 25 шмоток, то ли $15, что-то такое. Ну, типа дорого. Да, дороговато, согласен. Но там шмотки могут выпасть вроде какие угодно. То есть там может выпасть и на больше, чем $25. Я, опять же, не помню цену, поэтому... Ну, и не могу заглянуть в магазин, у меня он почему-то просто не работает, так что вы уж меня извините. Crystal Maiden и Naga Sirena от команды Liquid. Darkseer хорошо, что хоть есть у команды Icy Cup, не будет вот этого потоварища в комбинации. Но будут ли банить сейчас Disruptor'а? Я более чем уверен, что Disruptor'а забанить стоит. Кстати, террарки будешь разыгрывать? Ну, после игры... А, ты после всех игр? Да, да, после всех игр. Ну, просто сейчас времени вообще нету. То есть это надо сидеть, там, в это приложение загружать, выбирать там всяких победителей, там, и так далее, и тому подобное. Так что это все будет после игры. Это я сяду дома, расслаблюсь, выпью чашечку кофе. И выдавит вам ваши рарки. Да, да, да. Короче, встречаюсь с Дэнди. Первый вопрос. Братюня. Как тебе Китай? Ответ. И как тебе Китай? Китай? Как мне Китай? С утра встаешь, 1000 райденов вокруг, нету солнца, и так круглый день. И ты просишь не остро, тебе дают любое блюдо, и ты дышишь огнем. Примерно так он ругался очень долго на китайцев, типа говорит... Подходишь ему 5 раз, не остро, он, окей, окей. Своей, говорит, красной мази полную тарелку просто. Ну, норм, норм. После, говорит, в Китае он любую острую пищу во Львове ест просто, знаешь, так это... Как сахарный песок. Воодушевлен был. Не, ну что, неплохо, я думаю. Так, а дальше-то что у нас? Вот к этой Naga Sirena добирать. Ну, Disruptor на самом деле залетает вот просто... Запакуйте 2, пожалуйста. Куда залетает? Ну, к Naga Sirena. Ну, не знаю. В смысле не знаю? Naga Sirena хорошо работает через 70 минут, мы видели. Не, ну она и не через 70 минут работает, если руки из нужных мест растут. Это мы тоже видели. Как руки растут не из нужных мест? К чему приводит то, когда героем управляет человек, у которого растут руки из ненужных мест? Приводит к моему мьюту на 7 дней. Да, кстати, у тебя там мут закончился? Конечно, я 2 недели не играл. Правда, я сыграл одну игру с ноутбукой, и мне дало Фуриона из Краснодара, который ферст ты ему без сапога на 24 минуты собрал аганим. Ну, нормально. Пушил, пацан. Мим-пушер. Не, ульту он юзал по КД, но вот насчет пушить ты сейчас вот ошибаешься. Ну, я как бы рассказал ему историю создания доты, там, краткий гайд. Я думал, когда приеду домой, что у меня будет опять мьют, но нет. Странно на самом деле. Пацан, походу, выдербил и не нажал кнопку. Может, он потратил уже все репорты до этого. Потому что я вот сыграл... 4 матча в пабе, я в первом потратил уже все свои репорты. Хотя желание раздавать их не пропадало ни на секунду. В любом матче, в любой игре. Вот за исключением, наверное, того, что мы вот сегодня там утром с Таком шпилили, там Яжу, там Медведь, вот Дубас, опять же, там Сталк. Вот этим с Таком мы играли. Это... А, и Скандал еще с нами играл как раз, вот точно я вспомнил. Скандал еще с нами был. Мы там плотно обузили.
когда смотришь с Твича, можно получать вещи за события? Конечно. Запросто. Можно рекламу ультрабука получить. В который раз? Китикета какого-нибудь там, Эльдорадо, например. Китикет за 9.99. Это две рекламы в одной. Антимаг у команды Liquid. Не, ну на самом деле Антимаг, конечно, сильный герой. Я, опять же, смотрел пару матчей с этим пацаном, и он там неплохо фармил, неплохо убивал. Но Нага Сирена, я так понимаю, у нас будет на трипле стоять у команды Liquid, то есть остался герой в мид, судя по всему. А вот айсикапы будут играть через резолюшн на ДК в центре, маг в хардлайне, то есть сейчас осталось взять фармилу для Джакала и суппорта для кого там, для Флая, судя по всему. Зиг, скорее всего, будет играть на визаже. Остался... А, не, я хотел сказать, остался Вивер. Нет, Вивера забанили. Вивера предусмотрительно забанили Ликвиды. Они знают, что айсикапы хорошо играют на Вивере. Так, минута молчания, мы ждем. Кого ты ждешь? Не знаю, прихода. Ты уже там в перерыве. Конечно. Понятно. Кособлок один распаковал. Выковырял из стенки. Не, у меня не за 45 миллионов, и живу чуть-чуть беднее прям. Так. На пару процентов от той квартиры, скажем так. Алхимик у айсикапов. Ну вот это фармила, который будет на трипле. Осталось взять под него второго суппорта. И опять же, хорошо подходит Бейн, Шедоу Демон. Одного из них, я практически уверен, сейчас будут банить Ликвиды. Причем тут больше Shadow Demon не подходит, потому что есть антимаг, который и в лейте будет неплохо вырезать своих товарищей, и на ранних стадиях тоже за счет манабрейка неплохо вырезает. Так можно не качать. Ну вот смотри, 2 секунды осталось. Да, это минус Shadow Demon. Просто вот, вот это аналитика 80-го левела. Так, так, так. Что вы там? Надо... Убрать Shadow Demon. Ну, правильно же все. Правильно, правильно. Я же шарю. Дазла забанили. Вот это, кстати, интересно. Очень любопытно, то, что нет Дазла. И... А куда тут? Погоди. Это была бы тогда просто трипла из трех суппортов. Что они забанили? Или это Соломит Дазл? Соломит Дазл. Ну, что, интересно. Объясните, как за просмотр получать шмотки. Короче, покупаете билет турнира, заходите в доту, жмете кнопку «Смотреть» и получаете шмотки, теоретически. У нас это не работает почему-то. Да-да, но тинкера забирают. Угу. Так, у нас даже наш админ, который, скажи мне, я тебе скажу, ну, главный админ нашей там аматорки про серии, не стар серии, именно про серии там аматорки 7 Pro, тоже дал ссылку на то, что Маркелов типа покинул Нави, и просто свой комментарий, ну и нафиг тогда жить так. Это да. Марик, там вызови сейчас волну суицида. Итак, Лишрак ластпиком залетает к айсикапам. Ну и вообще у них неплохой такой пик получается, достаточно агрессивный. И Джакал вот на алхимике, если будет успевать прокастоваться, пока Лишрак там землю потрясет под пацаном, то все будет нормально. Да, да. Может быть и такое. Так, сейчас быстренько сюда чек. Так, все, поехали, поехали. Пишет, СК фармится, АМ комит, АМ Нага и Тинкер в сложной. Но это, кстати, серьезная комбинация. Тинкер сложный, это вообще сильно. С антимагом и Нага сиреной, как тебе? И фармящая ЦМ-ка с ее суперанимацией атаки. Ну, у нее вообще идеальные для фарма крипов. Ей можно топорик запросто брать и фармить. 12% буста и все. Буста, прям сказал, как будто. Ладно.
ЦМ-ка, кстати, такая ми-ми-ми. Причухан у нее тоже ничего такое. Причухан? Ты, по-моему, с того же района, что и я. Достал ножик, режь. Да, да, да. Нормальный, наведи. У нормальных пацанов вон такой причухан короткий, а ты что отрастил? Ну, ЦМ-ки тоже короткий, так что нормально она отрастила. Такая секретарша. Она вон бюст себе отрастила. Это тоже покупается? Рарный бюст? Рарный бюст. А прикинь, да, там на женских персонажей просто там задница, чтоб пышнее была, или грудь. Кстати, разлетелось бы, подай такую идею валом. Да, обязательно. Там а пацанам типа могини, знаешь, трусы с носками внутри. Нет, знаешь, там для девушек, да, для мужских персонажей, там типа антимага, там такие трусы в виде слона с хоботом. Это же в лалец пошло у тебя все. Да, наверное. Или линейку. У них, наверное, купальники ввели, скоро введут и... Так, ICCup у нас, я не знаю, чем они заняты, они у нас тоже сидят сейчас на сцене, тренируются. У нас вообще в арене сейчас две команды, это ICCup и Quantic, они полными составами буткемпятся уже очень долго. Ну, ICCup просто тренируются, потому что есть у них стимул, после того, как они заняли второе место у нас на StarLadder, выбив тех же Quantic'ов, с кем они сейчас там шпилят. ВП они, по-моему, выбили. ВП выбили, да, Quantic'ов выбили, то есть они очень сильно себя показали и... Опять же, постоянно это повторял на протяжении всего лана, что их вообще не должно было быть на лане. Они заняли там 9 место в онлайн-сезоне. Из-за того, что много команд отказалось от поездки, они воевали за слот с For Friends and Chirilli. Выиграли у For Friends and Chirilli и заняли второе место в результате, проиграв только в финале у альянсов. И то они почти отжали там первую карту. Это было очень круто, но немножко не хватило. Иди разберись с ними, Каспер. Что именно разобраться? Ну подойди, я не знаю, ударь кого-нибудь, клавиатуры не нужны. Ну, у меня обычно тут были люди, которым можно поручить это задание, но сейчас их нету, к сожалению. Так. Здесь показывают, будут крипы. Да, кстати, у ICCup и... картинка Империи на базе стоит. У меня почему-то, у тебя как? Ну, у меня все стабильно, лошади. Ну, еще... Так, лошадь это и есть Империя. Ну, я и говорю, все стабильно. Ну, это, видимо, еще не обновилось после прошлой игры. Выпускает тиган. Сейчас украдут логотип. What's with all the scribbling? Так, ну поехали, поехали. Сколько? Хватит это терпеть. О, вот, наконец-то они потихоньку начинают занимать свои игровые места. Да, Джакал будет фармить, Зик на Визаже, Маг Дарксир и Резолюшн на ДК. Знаем мы, как облупленных этих товарищей, каких-то кроликов рисуют. Кстати, было бы неплохо, на самом деле, антимагу тельняшку. Да, и рыбину такую. Озвучку, чтобы когда он нажимал блинк и персонажа там за ВДВ, он такой впрыгивает. И так, с лобешником, на! Не, кто у нас бутылки? Алхимик бутылки разбивает об головы. Поэтому... Алхимик в тельняшке, кстати, тоже нормально. Будет он, кстати, и по размерам подходит. Я считаю, эта идея бы разошлась на русских серверах точно. Так, о, поехали. Да, и флай на Лишраке. Вот. Такой, собственно, был пик. Нормальный пик, на самом деле, у ICCup'ов. В исполнении не то чтобы сложный, но нормально, такой средней сложности, скажем, пик. Сейчас отправляются они всей толпой во вражеский лес. Возможно, даже поймают там какую-нибудь усатую ЦМ-ку. Это, если кто не знает... Ну, X-Mike 88 просто, это человек усы. Я его картинку выиграл самый первый, когда начали попадать, я разочаровался вообще. Хотел писать петицию, что такое, почему вы меня запугиваете там и так далее. Но нет, сдержался, и мне выпал Фаник. Ну, Фаник это у нас тот еще, да, кадр. Так, ну, смешка, тельняшка какая-то тоже. В общем, забегают всей толпой. Их, правда, здесь уже увидели и уходят под тауэр. Сейчас ликвиды. Вылазка ICCup'ов провалилась. Ну, без смока как бы.
Там вот пишут, что только StarLadder постоянно лагает, что у нас за компы. Какие компы? Мы с планшетов стримим. Ну да, и... Тачпады. У Каспера iPhone 4, даже не S. Даже просто 4. А вы что думали, компы? Мы не так много зарабатываем, чтобы себе комп позволить. Компы. Я вон всю жизнь на завтраках экономил, чтобы себе телефон купить. And they're off. В итоге украл пацана с района. Отжал. Позаимствовал, точнее. Но он же тебе сам его отдал? Ну да, то я же ему не... Все, я понял. Ты нормально отработал. Я просто подошел, попросил, он я отдал, все нормально. Звонить вон там за гаражами сфоткаться. Так, ну и что? В миде... Корок в миде против Резолюшна, причем Сент-Кинг, да, и это будет Сент-Кинг через пассивочку, который... У него... Кстати, этот Сент-Кинг настолько жесткий, что у него три клешни. Такой герой может немного поднапрячь ДК в мидле. Он вообще любого милишника поднапрягает очень сильно. Резолюшн даже не подходит близко. Все равно умудряется получать. Уже потерял достаточно. ХП. Ну так, а он-то, по сути, вообще его Сент-Кинг не трогал как такового. Вот в том-то и дело, что... А дальше Сент-Кинг получает левел 2, он кусает там 3-4 крипов и просто копает их. И получается очень-очень много урона. Так, у нас тут Джакал уже получает по лицу от Тинкера. Вот такая интересная трипла у нас получилась от ликвидов. Флав, X-Mike и Бульба на хардлайне. Ну и TC фармит пока что на изичах против Зато мага. Хорошо, как магу сейчас. Магу вообще шикарно. Магу никто не мешает, никто ничего с ним не делает. О, кстати, Котейка курьер. Правда, у Котейки какие-то странные глаза. Мне Котейка... Безысходность просто. Это какой-то Resident Evil, я не знаю. Причем она подозрительно еще так губами своими шевелит, как будто она действительно съесть хочет. Глаза свои. Я не знаю, что в глазах кто-то ее уже съел, я так... Ой, я только сейчас увидел, у Дартира обновили анимацию скиллов. Да, да, ему вот картиночки сделали другие. Маг там еще успевает Тауэр похарасить собой. Так, Джакала. Джакала принимают. Да, это ФБ, скорее всего. Еще тычка. First Blood. Правда, хорошо попадает Флай, но недостаточно этого. И у Зика не накапало заряд. Тут надо просто вот отогнать сейчас эту бригаду. Там алхимик появится быстро, потому что только второй уровень у него. И таймер спауна небольшой совсем. Тут им, конечно, то, что можно успеть сделать на нем даблкилл. Одном алхимике. То есть быстро появляется ТП и тут же... И тут опять минус. И тут опять быстро появляется. Опять минус. Это замкнутый круг какой-то. Кстати, маг очень неплохо. Четвертый уровень почти сделал на второй с половиной минуте. Ну вот, смотри, сейчас корок, например... Ай, тут что-то он вообще не очень. Я думал, он сейчас покусает крипов, там копнет. В результате он укусил одного, копнул всех, потом одного не добил. Короче, как-то... Вот как видно, корок, ну, у него видно, вот еще одна клешня растет откуда. Прямо от того места, из того места, из которого руки обычно. У него еще и клешня оттуда. Всех хуже осьминогу в этом случае. Так, ну вот смотри, цемочка левел 2, Нага сейчас тоже будет левел 2, будет у нее еще и сетка. То есть там вообще все будет очень кисло для Джакала. А Джакал еще наивно медальку качнул, ты понимаешь, да? То есть он искренне верил в то, что ему дадут покачаться. Но он шел на фрифарм, вроде как трипла, вроде как его должны охранять, и он должен тут каждого крипа просто изничтожать. У него почти это получается. Макс бутылем опять заходит. Сейчас пятый уровень у него будет. Вот пятый уровень это уже очень сильно. Но Дарксир с пятым там 70 урона в секунду. То есть крипы рассыпаются там буквально за 8-9 секунд. Есть у него фласка. Резолюшн, но пока все не так хорошо. Хотя 18 крипов. Это чуть-чуть прям меньше. Да, четвертая это минута, да. То есть все еще не так уж и плохо, учитывая то, что стоит он против вот этого напрягающего Сен-Кинга. И стоят они тут месяц, воюют за руну. Руна не появляется. Руна появляется внизу, это Regeneration. Такое. И Ботл, все, отправляет Резолюшн обратно на базу. Все, он грамотно тут подрасчитал. Пятый левел у него есть, есть также пятый с половиной у Корока. Так, смотри, у мага сейчас проблем-то не будет. А что они у него будут? Ну, все равно ничего не сделают. У него 50 маны. Да ладно, у него там 300 хп ему этот антимаг, тем более без маны, типа АМ там вообще еле-еле пробивает. 62 урона. Не так уж и много.
Вот сейчас Даркир пришел к тому, что у него нет маны на щиточек. Для этого, я слышал, Суринг нужно покупать. Слышал я такое, то тоже говорят, собирают айтем, на него еще клацать можно, но тут ботл. Да, тут пока ботл, правда, до Солринга там уже вроде хватает, сколько он стоит, Солринг, 803 там или сколько? 800 ровно стоит Солринг, так что хватает. Откуда там 3 у меня могло взяться, да, там же веточки нету. Нет, так, раньше стоил Солринг 803, ты сейчас все правильно говоришь. Просто бафнули Soul Ring. Посмотри, Resolution убил Синкинга в миде. Как это вообще случилось? Ну как-то случилось. Да лол. Ой, и Флафа зацепили. Ну тут, конечно, Нага Сирена должна приехать. Там тем более опять будет сейчас замедление. Через 3, 2, там 1. И через 5 секунд также будет стан. Уже вот через оно замедление. Совсем. Ну и все. По сути, алхимику, наверное, килл достанется. Да, алхимик забирает еще на килл. Там сзади обходит. Минус взлетают. Ой-ой-ой, как много дэмэджа надо стрить, жуки пушки. Еще и колба по Джакалу, а там еще... Хороший, кстати, стан, попадает по X-майку у нас лишь рачок. И сзади, сзади, посмотри, как взрывает Флай! X-майка, хорошо, тут, правда, умирает у нас алхимик, Флав уже успел залететь. Ну и Сент-Кинг там затрусил Флая. Так, что раскачал тут... эту телегу. Да, ну неплохо, неплохо, на самом деле, подрались здесь. Ликвиды, наверное. Ой, маг-то нам сверху антимага забрал кентавра. Просто отжал. Тычкой подошел. Я здесь, царь. Так, ну а Resolution-то? Resolution у нас покупает себе ПТ и грейдит себе вант. Так, Resolution, все понятно. Внизу Джакал тем временем 4,5 уровня есть. Еще даже ПТ-шечку себе не купил. Но я думаю, что со временем это все дело исправится у нас. Проблема в том, что опять же, вот алхимик, скажем так, немножко задержан в развитии. Задержан в развитии? Да, да, вот сейчас опять его начинают принимать. Есть сетка. Должно быть много-много-много проказ. Сейчас будет стан, правда, от алхимика. Причем вот в Тинкер, наверное, надо было его закидывать. Не знаю, почему не хотят убивать Тинкера игроки команды ICK. Почему они хейтят так эту Нагу, у которой 7 армора, а у Тинкера 4. То есть, ну, непонятно. Давай начнем тогда уж лучше убивать Сэмку. Так нет, Сэмка просто она сзади держится. А Нага и Тинкер, они вот постоянно где-то на передовой. Тинкер просто так, фармит. Флай, проблемы. Так. Хороший стан по двоим. По двоим, возможно, нет. Я думал, что и опять Джакал вот лапует. Решили убить Сэмку, то есть на Тинкера забили. Ну ладно, не знаю, аукнется потом им этот Тинкер. Курьер пролетел, курьер несет там варды. Так, тут Сэнкинг. Вот Сэнкинг, это уже неприятно. Да, 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 сейчас будет отъезжать. Хотя можно сейчас Корока успеть застанить. Да, хорошо успевает застанить. И плюшка будет ли от Зика? Нет, уманы у Зика. Джакал не замансил. Да, Риптайдом достал. Причем там АУЕ такой серьезный был, на самом деле. И я не ожидал, что зацепит его Риптайдом. Так, маг тем временем с арканами. Там Резолюшн медлечь. Да, вышку забирает. Получилось у него забрать. Да, в любом случае, у него же 1000 есть. Так, у нас флай Корока настиг. И ПТ наконец-то купил себе алхимик. А вот Нага со смоком. Пойдет ли Нага делать вылазку сейчас, гангировать кого-то? Или просто вот на пофиге? Так, X-майк, вторая нова у него. Колба пока левел 1.